решил пойти по Пушкина. Там я поселился. Что-то весь сквер перекопали, закапывают трубы для полива. Наверное, будет красиво. Сам все поливаться. Все, здесь перекопали, там перекопали, короче, все изрыли. Все в норах. Ничего страшного. Погодка таки радует. Тепло, ветер нет. Вот так все. Народу тоже нет. Хотя гуляет. Зашел в этот детский мир, или как там, вот магазин обычный. Тряпочный отдел. Всякое барахло, как раньше на рынках торговали. Такое же барахло и торгуют. В общем, понятно, что никакие бренды в этот угол не залезли. Так, дешманский отдел, по большому счету. У нас в саду трехэтажные дома забиты. Никто никогда даже прошла. Вот шар не помню. И он там орел. Не знаю, что за орел. Все чего. Корона сверху. Короче, 17-й год, когда тут расстреляли. 13-20 августа. Что тут было? Ну, может быть, не именно здесь. Просто решили увековечить здесь. Также по столбам лазит. Они, может быть, и электрику ведут новую. Полив. В общем, непонятно. Мы все тут перекопали. А в целом неплохо смотрится. Мальчики сидят и отдыхают. Я вон туда хочу попасть. Он на меня, что ли, бешеный пес? Был за мной какая-то собака. Или на тех ребят, которые на лестнице. Вообще непонятно. Ладно, пойду прогуляюсь здесь. Погодка действительно кайфовая. Художники стоят, или картины продают, или рисуют. Так, короче, непонятно, что это так. Это что? А, кафешка. Там шахматисты, что ли, сидят, играют. Вроде бы нет ничего там из еды. Ну, ничего, тепло. Народ сидит, радуется. В том шаре. Видно, там вообще тепло. Тут орёт песни. Пицца. Да, здесь вроде бы закопали, но ничего не разровняли. Ничего не благоустроили. Ёлка. Не знаю, или было холодно, или еще что-то. Сейчас народ повылезал. Рыбочек пожили. Открытые же два.
курирует для восьмилетних пешеходов. Оформляет. Под ним уже все наверх. Кайфовенько. Как бы нам тут сориентироваться? Какая-то улица. Вот собака ходит по воздуху. Да. А вот здесь тепловой ребенок. Тепловой. Ну, тоже здесь брусчатку кинули. Симпатично. Какая-то композиция. Парень с букером тут. Босиком. Тут держит в руках. А он тут сидит, ждет. На время смотрит. Улица Колумна. Колумна, да, Колумна, я думаю. Колумба, Колумна. Короче. Брусчатка вся уже такая обунутая. Я туда дальше чуть остановился. Небольшая гостиница. Ну, еще сниму. Листик. Пицца и гриль, короче. Солнце пропадает, как будто прохладно. На солнце идешь, жарко. Александр Блум. Видел там на балконах орнамент, так и тоже своеобразный орнамент. Вот здесь пап пивной. Еще ручка. Своеобразная пешеходка. Упор не помню, куда она выходит. Все, пройдем, посмотрим. Выходит. Ой, вот там был кинотеатр. Нет, я ошибаюсь. Да, был кинотеатр. Вообще не помню. Пойдем погуляем. Она и движется. Центр пешеходный, а слева транспорт пошел. Но это не пушки, это рядом, правее. Там какая-то такая своеобразная пешеходная. Так там. Так это не будет. Скорее всего, солнце будет в камеру. Старая выпускное здание. Контор какой-то. Но в упор не пойму, что это. Не помню. Здесь тротанит в лавочках светится. Купить сим-карту, так как гражданства пока еще нет, мне ее не продали. Есть варианты.
купить ее, оплатив на 6 месяцев. Но через 6 месяцев она аннулируется сама, прекратит работу. Поэтому хоть ты будешь месяц сколько пользоваться, надо будет оплачивать за 6 месяцев. Улица Григория Вьера. Короче, туда я не пойду. Нет, я найду по большому счету твоей гостиницы. Во двор заходим. А, это даже, мне кажется, школа какая-то. Хемин номер 4. Ну да. Стоит ведь. Не говорит. Тоже чисто. Места подобраны, мусор нет. Красота. Двухэтажный, трехэтажный гостиница. Ну, еще не разведал до конца. Были дела. Чисто в дороге переоделся. О, ресторан у нас тут. Рядышком. На Пушкина 39. Салтюара. Не того. До 11. Такой у них казанок. Ой, какой казанок. Не казанок. Это забыл слово. Горшок. 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 Или готовить. Мясо. Мясо. Так, что еще за кафешку? Карта. Карта. Короче. Еще одно какое-то заведение.
Вот это светлое цвета здание. Не пойму, что наверху там. Какие-то советские барельефы на тему школы. Скорее всего, это и есть школа. Или лицей, или еще что-то. Еще школьники с флагом, с ранцами стоят. Вот впереди вот эти вот беленькие такие, угловастенькие. С этими стульями. Вот там я снялся в жилье. Здесь нашли. Просто посмотрю. Иерусалимская какая-то улица. Вот это. А там едут. Григория Виер. Человек отдыхает. Голубь сечет, что у меня. Похоже на какую-то больничку. А, ну вот поэтому Иерусалимская улица. Мученики и жертвы Кишиневского гетто. Помнят о них. Живые. Еще вот так переименуем. Это наверняка какая-то. Вот не пойму, что это такое сейчас. Я сказал, что это больничка. Слишком дофига тут тропинных дорог для прогулок. Итак. Старое здание, бирюзовое, бирюзовый балкончик, или не балкончик. Театр. Да. Театр тоже неплохо. О, впереди цирк. Мы по этой улице, если мы поедем, переедем на стол, уберем цирк. Ну, прям этот театр, прям очередь с молодежи. Стоят на ступеньках и так.
старые какие-то побегуты, заброшенные дорогами дома, перевезденные. Дворников не видно, но все выбрано. Это же натурный как центр вижу много. А здесь прям культурный, да, ставят также на газоне авто. Там все дворы забиты авто. А куда деваться какие-то? Если бы не вот эти круглые шайбы. Вот сюда мы ездили на троллейбусе по Пушкину, сворачивали, занимались спортом. Сейчас попробую даже зайти. Это было цокольное подвальное помещение. Хрущевки. Вот такие хрущевки, не знаю, из блоков. Со своеобразным орнаментом. Молдавским. То есть украшали балкончики. Само только, конечно. Перед поворотом там был большой, ну, обычный продуктовый магазин. Там был небольшой цокол. Вспомнил. Это какой-то магазин. Или где-то там. Продовольственный. Мега. Ездили потом назад. Думаю, в принципе, великовато. Сейчас сегодня. Вот, вспомнить. Бегали. В стороне потом такие дома, которые вот эти блочные, то ли их ободрали специально, то ли они были такие страшные. Осталось из посетителей где-то карманы на балкончик. Все остальное достаточно страшный комбинат. Даже никто не утепляет сам себе. Живут и живут. По-моему, это вот сюда мы ходили. Или ниже. Во дворе такой уже перпендикулярный. Не знаю, хрущевки, не хрущевки. Сейчас заглянем, что мы. А вот это и не тут. Нет. Не здесь. Точно не здесь. Что у вас там нет? Субтитры сделал DimaTorzok.
стоит 6 лей. Примерно рублей 20, грубо говоря, российский. Тоже я снимал 18. Балкончики орнаментом не украшены. Просто голубые. Не помню, там уже старые, не старые, но с такой отделкой. Мост через реку Бык, и там уже идет цирк. Его какие-то отреставрировали, такой он такой полузаброшенный. Я еще не был возле него, я видел в других блогерах, они говорили, что точно. Здесь какая-то такая сырая развязка. Просто так вот и ездят, уже не врубают сирену, потом маячок вперед. Просто тут старая Саганская. С точка А, АПА, АПА, короче, не знаю, что это такое. Я вот уже, мне кажется, я туда что-то заходил. Значит, не надо. Газовый котлы продают, там большая газовая горелка. Для генерации электричества, что там кривать. Вот что это за здание. Водоканал. Короче, водоканал. Еще не отсюда водоканал. Спорт лаба, вода. Что-то начинаю вспоминать уже из слов. Нет, показалось, что здесь пробка. Это просто стоянка для работы водоканала.
церквуха, там повыше стоит. Вот здесь. Вот у нас получается Пушкин, что он сюда выходит. Неудобно идти. Сейчас под солнце. Будет солнце камень убить. Ничего не видно. Нет, все-таки да. Пушкин вот сюда и выходит.